Привет. Привет. Кого ждешь? Ну как кого? Тебя? Ну если серьезно. Да в общем, Ксюша мне вчера звонила. Сегодня она должна была подойти. Что, болела? Ну как? После истории с Физруком так и не возвращалась. А, не и теперь она нашла силы вернуться. Ну в общем, да. Слушай, нам бы не мешало ее с тобой поддержать. Хорошо. Привет, Ксюша. Я, да. И кого ты решил тут поддерживать? Ты эти дни так болела, что, смотрю, вообще истощала, бедненькая. Ой, да ладно вам! Вы лучше расскажите, как вы тут поживаете? Да у нас-то все окей. Слушай, а как ты за 2 недели смогла так измениться? Упорные тренировки. Ладно, девчонки, давайте побежим, а у нас сейчас урок через минуту, а то сейчас опоздаем. О, а ты что здесь стоишь? В школу не опаздываешь? Простите, вы это мне? Ну, я еще не дурак, чтоб сам с собой разговаривать. А почему вы опаздываете? Ну, я Кульков, мне тут все можно. Меня тут все знают. А ты новенькая, да? Ну так что, пошли? Нет, я еще постою. Ну, как знаешь. Ну и нрав. Будь проще, красавица, проще. Привет, Денис. О, привет. Садись. Спасибо. А что ты делаешь? Да, так. А, читаешь. Не люблю читать. Мы сегодня гулять идем? Да, конечно. Только мне нужно в одно место сбежать, кое-что отобрать, хорошо? Ради тебя все что угодно. Хорошему дяде Степа великан. Я не дядя Степа. Конечно. Но по сравнению с моим 1,60 м, ты прям великанище. Думай тебе. Ладно, все, я пошла. Давай. До встречи. Здравствуйте. А где я могу узнать насчет расписания? Расписание для детей и родителей внизу, а здесь только для преподавателей. А я кто? Так я вас не поняла. В чем дело? Я учитель биологии Кедрова Олеся Антоновна. А, это та ПТУшница, которая к нам пришла в школу детей обучать. Тычинки, пестики разглядывать в микроскоп. Ой, здравствуйте! Здравствуйте. Всем
день какой-то сумасшедший. Так, туда, вы сюда, что, девятый? Идите вниз по коридору, первый этаж. Удачи, голубушка. Красивая, кто такая? Да так, промокашка одна. А это вообще сестра из Магнитогорска, двоюродная. Слушай, красивая. Ага, давай. Ладно, спасибо. Я вечером занесу. Хорошо, хорошо. Здорово, Арсен. Ты это, что за фотка? Фотка. Так это Лена, вроде. Да? Это Лена, вроде Лена. А ты с Нелли же? Чего тебе? Откуда фото-то? Просто в портфеле моем случайно нашел. А, ты это там пойдешь, собираешься? Да, пошли. Пошли, пошли. Лизочка, так хорошо, что мы вместе сюда пошли. Ага. Так здорово. А что это за район такой? Нам точно сюда? Да, сюда, сюда. Такой мрачный. Напоминает дом семейки Адамс. Ну тогда я одна зайду. Ты здесь постоишь? Хорошо. Я пулю. Только давай пулю. Хорошо, давай. Ксюш, ты тут, что ли? Да, тут. Пошли домой. Нет, подожди. А чего ты пьешь? Воды. Ксюнель, ты чё? Да ничего, ладно, пошли домой. Мне еще надо магазинчик. Ну, пошли прогуляемся. Пошли. Олесь, ты не бойся. У нас здесь все прекрасно. У нас все замечательно. Да, я уж заметила. Нина Васильевна, а отчет когда нужно предоставить? Сегодня, что ли? В 2 часа сегодня. Я не успею. А вы бы побольше делами, милочка, занимались, а не разговоры вели бы. Я вам это говорю из личного опыта. Так что думайте сами. Нет, ну а зачем вы так-то? Ну, она такая злая, это Клещева. Не знаю. Может быть, не с той ноги встала? Я ждал, что и буду ждать, пока сердце мое не остановится во сне. Я ждал, жду и буду ждать.
ты ничего звонила вообще? Скучно или что? Знаешь, Марго, я вообще не понимаю. Может, я дура тупая? Или, может, я страшная? Может, у меня глаза косят? Ну, если честно, мне всегда казалось, что у тебя левый глаз что-то косит. Что? В смысле, что случилось? Уф, у меня вообще уже руки опускаются. Я не знаю, что делать с этим Виталиком. Он у меня уже вот здесь сидит. Мы с ним после дискотеки неделю не разговаривали. Даже не звонил он мне. Ну, что мне делать с ним? Главное, не плачь. Пожалуйста. Главное, не реви. Ну, успокойся ты. Мне просто руки опускаются. Я вообще не представляю, что мы теперь делать. Привет, детка. Привет, Алё. Опаздываешь? Да ладно тебе, что уж ты такой. Принесла? Да. Вот ваша посылочка, мистер Алё. Вот ваша. Ого. С вами приятно иметь дело. С вами тоже. А что это за парень с тобой? Наш? Нет, он не наш. Я не шучу так. Да нет, нет, просто спросил. Ну ладно, пока, Марина. Пока. Будь здоров. Уф, Маринка, я уже заждался. Да и так быстро, туда-обратно. Спал? Пойдем отсюда быстрее. Пошли. Я, короче, занималась по программе Синди Кроуфорд. Это, ну, на DVD у меня там есть. Вот. Так, конечно. Я скачала. Хорошо. Я такая занималась. Слушай, я сейчас это в аптеку забегу, ладно? Давайте я здесь тоже, ладно? Ладно, хорошо. Займу, подожди здесь. Вот синенький тюбик. А что вы хотели? А, ну, мне для похудания. А, да, хорошо, у нас есть средства для похудения, сейчас я вам предложу. Угу, спасибо. Ну, пожалуйста, 620 рублей. Ага. Ну, я уже замерзла. Ну что, все, пошли домой? Подожди, стой. Ксюш, а что ты в аптеке покупала? Ну, аспирин Марка попросила. За 600? Ну, там еще это, для поясницы лекарства. Ну, ты понимаешь, они дорогие. А что сполошилась-то так? Что-то я погнала, ладно, пошли. Пошли. Как там молодой специалист Кедрова? По биологии, что ли? Да. Ну, как сказать, молодая, слабоватенькая пока. И на уроках так себе. Дисциплину пока не умеет держать. Так что... Ну, как вижу, вы уже достаточно ее изучили. Ну, посещала уроки, да. Ну, что ж, молодая, опыт придет со временем. Не знаю, пройдет время, посмотрим. А по экономике? Как там? Галяна? Да, Светлана. Обещала подойти завтра. Посмотрим, там что-то с документацией не в порядке. Похоже, с другого города может. Да. Такая ситуация. Здравствуйте, можно? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Ринатовна. 100 лет жить будете. Только что вас вспоминаю. Да я зашла в расписание узнать. Завтра первый день. Волнуюсь. Ну что, подходите. Ладно, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Мама, это ты? Кто? Наша жизнь будто одна большая тайна. Но разгадать их, как какой-то ребус, бывает порой очень трудно. Тайны есть у каждого. У кого-то есть тайна, которую он скрывает, чтобы его не осмеяли. Ведь это очень страшно, быть смешным в глазах любимых тебе людей.
Некоторые таят странные тайны, такие, в которые тебя вовлекли. Но выйдешь ли ты из них? Кто-то же, оставшись в тайном одиночестве, тешит себя надеждой уже давно ушедшего прошлого, что оно еще вернется. А кто-то, будто призрак прошлого, ворвался в устоявшийся уклад и разбудил все самые старые семейные тайны. Но ясно одно, вся наша жизнь – одна большая тайна. Ведь у всех, у каждого водится свой скелет в шкафу.